приветики, что я за 44 секунды работаю моделью в Сеуле. Так встала и обязательно выпила воду. И на завтрак я себе сделала простую кашу, так как у меня был утренний кастинг, и я ничего не успевала. После кастинга я перекусила двумя кусочками простого белого хлеба. Мне кажется, я немножко странная. И через пару часиков я потопала с девочками в ресторан с самой вкусной пастой в Сеуле. Как минимум, мне так говорили. Я взяла себе с морепродуктами, стоила она около 700 рублей. И я бы и поставила 5 из 10. Ничего сверхъестественного я не заметила, поэтому 5. Возможно, я просто заказала не ту пасту. Напишите в комментариях, что вы думаете. Затем я зашла посмотреть новые айфончики и другие интересные штучки. А чем питаетесь вы? Пишите в комментариях. Пока!